Ваня у нас машину осматривает, в аренду берем машину. Сколько и чего, тоже я вам расскажу чуть-чуть попозже. Уже жарко. Ну что, все, сели мы в машину. У нас это Hyundai Solaris. Девчонок у нас бустер, автокресло, все попросили. Да, сейчас поедем. Сейчас будем проезжать все курорты. Да? 5 часов. Бахнули драмину, кроме Ваньки. Надеюсь, все будет хорошо, без приключений. Надо было, кстати, купить пару пакетиков на всякий случай. Вот, мне кажется, скоро будет Геленджик. Нет, еще рано? Да, скоро. Когда начинает цвести и серпантин. Ой, божечки мои. Так, ну что, подъехали мы вот в Геленджик. Значит, сейчас у нас 13:11. От нашего отеля мы доехали за 1.5 часа. Что, в принципе, неплохо, да? Ну, в принципе, да. Нормально, 1.5. Вот там вот море. Вон оно, море. А мы вот в Макдаке. Еду взяли в дорогу, и все. И поедем уже без остановок. Катя у нас нетерпеливая. Не знаю, сейчас надо будет ей, наверное, планшет достать все-таки. Потому что она не может сидеть, да, Настя? Чего ты себя плохо ведешь? Ну как плохо, она просто мне скучно, когда приедем, и так целую поездку. Мне скучно, когда поедем, скучно поедем. В общем, девчонкам скучно. Надо их будет сейчас планшетами отвлечь. Ну что, мы сейчас проезжаем в Новороссийск. Подъезжаем еще. Да. И, Ваня, расскажи, что там у нас есть, гора какая-то? Ну, да, вот здесь, я вот только вот не помню, либо мы сейчас скоро к ней подъедем, либо мы уже проехали, там такая, как раз вот с этой стороны бухты, Новороссийска, есть гора, и там наверху есть место, называется Роза Ветров. И там вроде как когда-то молодая пара то ли поженились, то ли вот собирались жениться, ехали туда, и разбились, то ли с горы упали на машине, что-то такое. До сих пор там бродит призрак этой невесты. Есть даже видос, даже много видосов на Ютубе, можно набрать там «Роза Ветров, Новороссийск, призрак невесты». И как бы вот выдаст много достаточно видео. И вот это как раз вот наверху. Ты веришь? Ну... Ты же не веришь в призраки. Ну не верю, как бы, ну что? Лично я верю, поэтому я смотрела «Битву экстрасенсов», да-да. Все равно призраки существуют, уже давно это доказано. Бедная невеста. Через 1 километр, 500 метров, наверните налево. Не может упокоить свою душу. Дядь, очень такой крутой памятник. Вон он, кстати, солдат. Угу. Вот здесь, кстати, видишь, многие останавливаются, кстати, фотоваются, вид красивый. Вот солдат справа. Очень большой прям. Да, как. Плохо. Прикиньте, едем, а тут у нас дождик. Прям такой нормальный, да? Ну да. Видите? Нам как всегда везет. В этом ива. В этом. Через 1 километр, 500 метров. Наверните налево. Тактика едет. Будем следить за нас. Остановочка небольшая. Пшеничка, да. Заплутали. Куда ехать? Не заплутали, а решил поменять точку. Не чтобы не к мосту приехать, а сразу уже в нужное место. И сбросил, нажал этот поиск, он не может найти, а у нас развилка. Все, мы доехали до Крымского моста. Вот.
заезжаем. Вот он наш мостик. Смотри, написано, дорога сухая, видимость хорошая, ветер 3 метра в секунду, температура 24, ограничение 90. Вот доехали мы до Крымского моста. Он настоящий. Он настоящий, он существует. Там пост полиции стоял прям, всем страшно было. Короче, всех тормозят, видимо, проверяют. Ну, не всех тормозят. Вот море с двух сторон. Красота. Я бы открыла, конечно, но все равно не видно ничего. Забавно, когда смотришь, там, знаешь, подборку там новостей с украинских каналов. Говорят, типа, вот, это то, что типа показали, типа, на самом деле моста нет. То, что по российскому телевидению показывали, этот мост сделали из картона в Московской области, типа, чтобы показать, типа, мы запустили. На самом деле показывают какую-то там недострой какой-то там, не знаю. Говорят, вот, типа, то, что там, где должен быть украинский мост, этот, Крымский мост. В общем, ерунда какая-то. Кто-то там тоже говорил, типа, это голограмма, типа, на самом деле его нету, это все, типа, фигня. Но нет. Существует. Так что едем в Крым. Еще кто-то говорил, что мост платный. Нет, он бесплатный. Так что не верьте слухам. Знаешь, не пойму, зачем тогда придумывать, врать вот это вот, знаешь, вот это. Ты же сам понимаешь, что ты врешь. Ты сам придумал, ты просто людям врешь. Зачем это говорить? На зло. Не, ну как на зло? Ну, в смысле, на зло. Вот так. Ты полугатого. Да, тут же ЖД. А вот ЖД, кстати, походу. Вот тоже по мосту, да, будет он ехать? Да, вот параллельно он будет. Ты вот видишь, сколько кранов тут? Кстати, нормально сделано. Такие секции. Так что на следующий год, я думаю, можно будет сюда прямо на поезде приехать, если что. Ну, собственно, вот это Крым, а это мы. И мы Крым, мы Крым. Или, получается, сейчас 5 часов. За 10 минут проехали. Да. 10 минут, и мы уже на полуострове. Да. Мы едем, где-то какие-то сплошные поля. Какие-то пустые. Просто вообще. Тут все. Нет жизни тут, короче. Одни грузовики. Мы приехали. Наконец-то доехали. Вот такой вот у нас номер. Прямо сейчас я его сниму вам, пока все красивенько. А какой вид, смотрите, шикарный. Там уже море. У нас даже есть наша такая терраска. Вот. Единственный минус, мы уже заметили, это комары, конечно. Но у нас есть спрей. В общем-то, сейчас мы будем разгружаться, все распаковывать. И пока мы этим будем заниматься, достала я девочкам вот такое вот футбольное поле. Зашли в Пятерочку, приобрели вот такое вот поле. Также можно купить вот такой вот мешочек под мячики. Показываю вам сам мячик. Развивает мелкую моторику у детей. Да, и очень много у нас мячиков. А в подарок его дарят за каждые 555 рублей. Опа! Ну-ка, давайте еще. Очень прикольно. А, и вот видите, такие стикеры тоже мы наклеили в каждой упаковочке. Все правильно, да. 4 стикера, вот девчонки наклеили. Прикольненько, мне нравится играть вот так вот делать. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Как? Ну, вот так шарик там катать. Мазила. Вот так кровать, то есть мы заходим, вот. А, тут кровать наша первая, такой как холл. Потом тут идет холодильник, микроволновочка. Тут у нас Настеночка лежит на кровати, на большой, да? Блин, шикарная огромная кровать. Это только моё. Да что ты говоришь? Ой, я запуталась. Зеркало такое вот. Далее идет такая зона обеденная, так скажем. Стол, чайник. Тут еще. Сейчас, Катюш, тут еще одна кровать. Тут будет спать Настеночка у нас. Полноценное место. Тут, значит, у нас санузел. Вот. Сушилочка, зеркальце. Все как положено. Очень красиво сделано.
ремонтик такой симпатичный. И отдельно туалет. Очень хорошо, что отдельно туалет. Ой. Включила вытяжку, походу. И да, вот отдельно туалет у нас идет. С раковиной, что вообще просто супер. Да. Катя у нас проспала 3 часа. Мы приехали в Крым. А тут нету интернета. Нету сети. Смотрите. Видите? Нету сети. Нету сети. Нету интернета. Я не знаю, что делать. Ванька в шоке. Как бы нет сети, ладно, как бы не страшно, потому что все можно по WhatsApp переписываться, да, и звонить, и быть на связи с окружающим миром. Вот. А тут нету интернета, и все, мы как бы без связи, нам не написать ничего, там, ни почту не проверить, вообще ничего. Приехали, называется. Решили это вдали от цивилизации. Тихий, спокойный отдых. Без интернета и без вообще, не знаю, я маме даже сообщение не могу написать о том, что мы приехали, что все хорошо. Там, не переживай, там мама не знает вообще, она не может до нас достучаться. Вот, так что вот такие дела. Выезжаешь на трассу и появляется связь. Да. Буквально 10 метров, ну, 200. Можешь выйти сейчас на улицу. Мы были вот в этом, в широкой щели, да. Там просто супер интернет. Ну, реально такой, как у нас дома. Загружался очень быстро. Буквально там, не знаю, за 20 минут и видео загружено. Очень хороший интернет. Оборудование хорошее. Оборудование хорошее. Как раз с нами был рядом точка Wi-Fi. Вы можете помолчать? Кать, иди убирай игрушки. Почему она должна убирать? Ты же рассыпала там. Я ничего не делала. На твоей кровати? Да. Так ты же все рассыпала там. Нет. Ты же играла. Че ты врешь, Настя? Нет, не вру. Ты же рассыпала игрушки, заставляет Катю убрать. Ты прикинь? Ну что она начала сейчас играть? Значит, она пипец, Настя. Не ходи туда. Не убирай ничего. Пускай Настя убирает. Нет, я убирать не буду. Ай-яй-яй, Настя. Ай, тебе не стыдно. Я в платье вообще. Подставила сестру. Вая. Нет вай-фая, нет сети, мы в полной жопе, в полной мы сраке, потому что мы без вай-фая. Мама, не пиши мне. Наполеон.